Здравствуйте, дорогие друзья. Да не отворачивай ты голову, ё-моё, смотри. Вперед, что стеснительный, чё? О, вот так, молодец. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. И мы отправляемся в далекий путь путешествий по New World. Так, опять кириллица, блин, одно и то же. 1000 раз, 500 000 раз. На чем мы закончили? Закончили мы вчера на прохождении квеста. Мы ставили кемп. Брали у этой замечательной девушки квест. Так, она нам дает молот. Но я не изменяю топору. Так, ну что, телк. Так, мы его сразу разбираем. Надо на склад сложить все вещи ненужные, потому что они, ну, смысла нет. Их тягать с собой. Ага, через shift мы закидываем. Понятненько. Все на склад. Все на склад. Все. Нам это нафиг ничего не нужно. Все ненужное на склад, чтобы оно не мозолило глаза и нам не мешало играть. Так что, ну продолжим. Куда мы дальше отправляемся? Опачки, вижу. Hello. Так что мне, мне надо поговорить, короче. О, вот она, Телк. Поговорить, Лив. Так, один есть. Что, вот это... А чё он не отмеченный там? Телк. Поговорили. Бля, они хотя бы отмечали, вот самому искать. Так, поговорили со всеми, возвращаемся. Теперь мне что, опять по кругу меня пускаете? Ты что за пальцем? Next, next. Так, это она объясняет нам, типа, ну давай. Посмотрим. Что же ты нам объясняешь? Выполняйте миссии за опыт. Выполняйте миссии за опыт, монеты и жетоны фракции. Зарабатывайте влияние, чтобы оправдать контроль над городом. Стратегически сражайтесь с вражескими фракциями в PvP миссиях. Получите доступ к элитной фракции. Потратьте жетоны фракции на основное оружие, доспехи и расходные материалы. Зарабатывайте ранги, чтобы разблокировать продвинутые уровни и комплекты для крафта. Наслаждайтесь преимуществами контроля территории. Сниженная стоимость мастерских и быстрого перемещения. Завершите городские миссии, чтобы улучшить поселение. Заметка для PvP. Флаг для PvP из любого поселения или заставы по умолчанию клавишами U. Зарабатывайте дополнительный опыт при установке флага. Способность влияния фракции на территорию. Контроль на территории. Члены контролирующей фракции получат преимущества в отношении территории и населенного пункта. Контроль фракции. Усильте контроль. Выполняйте задания фракции в режиме PvP. Противоборствующие фракции подрывают контроль вражеской фракции, выполняя задания. Фракции и режимы PvP. Зарабатывайте достаточное влияние, чтобы бросить вызов территориальному контролю посредством объявления войны. Фракционная война. Осадный бой 50 на 50 игроков в крепости территории. Используйте различные осадные орудия, чтобы одержать верх над противником. Цель атакующего – захватить точку, захватить в центре крепости. Задача – 30 минут отбиваться от нападающих. Контроль над территорией. Влияние на территорию. Влияние на территорию – это мера контроля фракции над территорией. Выполняйте PvP миссии фракции, чтобы сохранить контроль над территорией. Фракции. Фракции, не контролирующие эту территорию, должны выполнять задания фракции PvP, чтобы объявить войну. Контроль фракции. Усильте контроль. Выполняйте задания фракции в режиме PvP. Подорвите территорию противоборствующих фракций. Выполняйте задания фракции в режиме PvP на их территориях.
Не позволяйте контролирующей фракции выполнять задания фракции в режиме ПВП. Отмечайте их для участия в ПВП и патрулируйте эту территорию. Флаг для ПВП из любого поселения или заставы по умолчанию, клавиша U, включая вашего. ПВП флаг дает дополнительный опыт. Выйдя из поселения, вы получите 30-секундный таймер, прежде чем вас пометят. По истечению таймера вы можете вступить в бой с отмеченными флагами, членами противостоящей фракции. Участвуйте в войне за влияние, чтобы помочь вашей фракции взять под контроль каждую территорию. Выполняйте задания фракции ПВП, следите за отмеченными вражескими игроками и не позволяйте им зарабатывать влияние для своей фракции, убивая их. Изберите свою фракцию. Завец, а что первое? Ну, первые мародеры, понятно, даже читать не буду, не прочитаю. Ладно, прочитаем. Гордые воины, сражающиеся с честью ради славы. Умные ученики, которые сражаются хитростью ради истины и прогресса. Чемпионы, которые борются с убеждениями в праведности и справедливости. Ну, я хочу быть, наверное. Я буду заведовать заветом заведующим. Ваш выбор не является постоянным. Вы можете сменить фракцию на экране биографии один раз. После этого вы можете менять его каждые 120 дней. Если вы будете отмечены для ПВП, вы можете объединиться с игроками из одной фракции. Перед тем, как присоединиться, вы можете дважды проверить выбор фракции ваших друзей в новом мире. Так, выбрали фракцию. Дальше идем дурачку на ящики. Так, я поговорил со всеми. Поговорил с дурачком на ящике. И мы отправляемся дальше. Жесть, не, красивая игра, так вау. Я тоже хочу. Класс. Класс, помылись. Можно отправиться в путь. Так, мне докачать надо этот топорец, хочу увеличить атаку свою. Так, тихонько, тихонько, ты чё? Силушку жахнули. Так, поинт, ебой. Увеличили атаку, дальность атаки на 8 метров. Если я правильно понял. Да. Воу. Взял его, погладил своей шляпой, ой, шпагой. А мочить вот этих товарищей с вилами. Нихуя выпад у него. Ух ты, новый перк, R. Блядь, он срака я типа отжахнул, чеша, я не понял. Кто сильнее? Джарим, джарим, джарим. Джарим зомбаков. Зомби мы джарим. Что ты, Василий Пупкин, я сейчас сдохну. Подхавывать немножко. Бля, у меня блидинг. Тара-тара-тара. Так, не надо засейвиться, мне кемпинг надо разложить. Так. Что там? Пошел нахер, слышь. А, мимо. Да, ну а ты откуда взялся? Ай-яй-яй-яй-яй, я сейчас откисну. Ой-ой-ой, 120 хп. Фух. Всегда можно найти немножко дерева и пару камушков.
Ничего себе, хп восстанавливается. Это чё? Это чьё мясо я хаваю? 40 хилсов. Так. Это мясо. Кого это мясо? Подождите. Так, где-то я павлина видел. Это павлинье мясо, походу. Вот павлинчик потишка. Это расстояние уже показывал. Так, где-то тут я строил, вот он. Есть. Да, это оно, походу. Почему я статы не вижу? Не, это не оно. А, да, вот, вот оно. Вот оно. Так, павлишек. Эй-эй-эй! Бля, это тяжело, конечно, блин, с этим охотиться. Стоять, стоять, стоять! Да, они медленные, можно от них и поворачиваться. О, хилочка. Так, 15-15 и джахнули. Теперь кого дальше мне джахать? Теперь мне нужно собрать деревянные осколки руды. Соберите. Ты что за шаманишь, а? Так, что-то собрали. Одна масилка есть. Ничего себе. А, нет, это мы осколок руды нашли. Вообще, как из Мордора какого-то. Ну вот еще. Осколочек руды успели собрать. Давай, 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 давай. Ах ты, сучара, не дает. Ща-ща-ща. А-а-а, не сбили, сбили мне. Че, сейчас дождь будет, что ли? Что это было? Какой радостный. Ай, не поймаешь, не поймаешь. Это только осколки руды вижу, я не вижу масла, мне масла еще б найти. Да не, пошли нафиг. Я бегать не могу. Нихуя себе. Ща-ща-ща. Добрый вечер, блин. Занычкарили, смотри на них. Опачки, такой же бомжара, как я. Вау. Это реально красиво. Офигенно. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Да. Да что ж ты такой косой? Так. Да ну что он не уворачивается? Тише. Где мне масса, братья? Ладно, я не крыса, мог бы забрать. А, то пофиг тут, типа. Каждый может брать. Ага, я понял. Прикольно. Я уже подкрысить хотел. Ну, в мыслях было такое. Ух, ебать. Ща, 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 ща. Оп, комбочка. Давай, валим, валим.
меня сейчас отпиздят. Зажали, суки. Вали, вали, вали. Вали. ГБ, ГБ. ГБ. Так, мне надо топор получше бы найти, этот такой. Для второго уровня. Третий уровень. Так, а что у меня? Какого у меня еще инструмента нет? Вроде все инструменты есть. Так, а тут отспавнилось. Отспавнился ящик с рудой, интересно. Не, нифига. Он мне сейчас жахнет. Здрасте. Опачки. Мне кажется, вот тут и будет эта аллея. Мне надо вот таких убивать, челиков, я понял. И с них падает. Алия. Ох, нифига себе. Воу, ты чё? Василий. Да ну здрасте, иди он там, твой друг, ебать. Я тут при чём? Короче, мне по домам надо шариться. В домах эти товарищи живут. Нет, до свидания. Такие большие дома, большие. Но в мелких не будут они жить. Они есть, есть, видел, видел. Чем мы со спины как нападем на него? Он такой медленный вообще. Жесть. Не, у меня 11 уровень. С лопаткой, это куб какой-то. Ого, он мне сбил станину. Это чё? Хорош. Ещё плюшка. Ебой. Так, нам будет собрать железные руды и скрафтить себе нормальный топор. Ух ты, боже мой. Не-не-не-не. ХПшечки нет, восстанавливай, восстанавливай. А, беги-беги, 200 хп. Беги-беги. Нет, хуй. Надо кэм тут поставить. Что там? Пошел нафиг. А, косой. Нет, ты мне не интересен. Мне нужно спауна ждать. Или к дому, к дому. От дома к дому бегать. Что-то спавнился уже. Ты сейчас убежишь же, блин, ё-моё. Нет? Какой-то бред, конечно, вот это придумали. Он бежит к тебе, блин. Он понимает, что он у нас вместе убегает. Вот мой последний квестовый моб. И на этом мы закончим серию наших приключений New World.
Так, куда нам? Тэпаемся в город. Нажимаем на карте на город. Нажимаем Recall to Inn. Yes. Ну, в следующей серии я, наверное, отправлюсь за рудой. Чтобы скрафтить себе топорец получше. Это я узнаю. Так, это добавлять можно. Всякой фигни. Куклу Вуду. Добавление особого ресурса дает предмету особый тип перка. Можно добавить только один специальный ресурс. Так, ладно, мы на этом и закончим. Давайте, всем спасибо, кто смотрел. Всем до новых встреч. С вами был Розе. Всем пока.